Друзья, всех поздравляю с Новым годом! И сегодня мы с вами приготовим Наполеон прямо в стакане. Готовое слоеное тесто убираем в духовку на 10-15 минут при 180 градусах. И пока приготовим крем. В ковшик или кастрюлю с толстым дном наливаем молоко, добавляем туда ванильный сахар и ставим на плиту, доводим до кипения. Берем большую глубокую миску и разбиваем в нее яйца. Отделять белки от желтков здесь не нужно. Сразу же добавляем к яйцам сахар, кукурузный крахмал и хорошенько все это перемешиваем с помощью венчика. Для правильного вкуса и консистенции крема крахмал берем только кукурузный. Заменять картофельным здесь нельзя. Тем временем наше молоко закипело. Снимаем его с огня и постепенно добавляем в нашу яично-сахарную смесь. Добавили один половник молока и хорошенько перемешали с помощью венчика. Миксер здесь не нужен. Таким способом добавляем все наше молоко. Добавляем и перемешиваем, добавляем и перемешиваем. Это позволит яйцам не свернуться, и мы получим правильный, вкусный, однородный крем. И снова ставим наш крем на плиту и варим до загустения, постоянно помешивая на медленном огне. Здесь очень важно постоянно помешивать, и чтобы кастрюля или ковшик были с толстым дном и стенками, иначе крем может пригореть. Наш корж испекся и уже остыл. И теперь нам нужно просто накрошить его произвольными кусочками. Можно это делать руками, можно ножом, как вам больше нравится. Кстати, для выпечки этого десерта можно взять как готовое слоеное тесто, так и сделать его самостоятельно. Если вы покупаете тесто в магазине, обращайте внимание, чтобы тесто было из сливочного масла, а не из маргарина. И теперь берем красивые стеклянные стаканы и начинаем выкладывать наш десерт. На дно стакана насыпаем тесто и затем добавляем крем. Затем снова тесто и снова крем. И так до тех пор, пока стаканы не закончатся. Последним слоем должен обязательно идти крем. Готовые десерты можно украсить тертым шоколадом, свежими фруктами или как хотите. Десерт нужно остудить до комнатной температуры, затем накрыть пленкой и убрать в холодильник, чтобы они настоялись. Чем дольше постоят, тем будет вкуснее. Думаю, что ночь – это просто идеальное время. Приятного вам аппетита! Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. А вот и наша красотка.